Инспекторы по делам несовершеннолетних окружного управления МВД провели в местных школах профилактическую акцию «Твое здоровье – твое богатство», направленную на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Полицейские рассказали ребятам о негативном влиянии алкоголя, табака, наркотических средств и психотропных веществ на молодой организм, приводящем к тяжелым нарушениям работы органов и нервной системы, а также разъяснили, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за преступления данной направленности. В завершении мероприятия сотрудники полиции раздали ребятам информационные буклеты с основными правилами ведения здорового образа жизни.